картины. Надо нам победу в этом поединке. Поднимают руки улицы и районы, потому что Ворскла чемпионы. Ворскламанія в ефірі, хоча на дворі зовсім не зимно, перечуття нового року не приховати. Тому в сьогоднішньому передсвятковому випуску багато про рік, що минає, та про плани на майбутнє. Звісно ж, пов'язані з усіма нами улюбленою командою. В студії Артем Лобанов. Доброго вечора. Кременчук М'ясо, партнер футбольного клубу «Ворскла». Кременчук М'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук М'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». На цю зустріч ми розраховували, планували одразу після того, як «Ворскла» зіграла свій останній матч у Гановері. І вчора президент футбольного клубу Олег Бабаєв люб'язно погодився поділитися думками щодо здобутків полтавців в одному з найуспішніших літньо-осінніх сезонів. Ексклюзив у «Ворскламанії». Це, на самом деле, ейфорії особливої не було. Було дуже приємно, що ми прийшли, щоб зробити і писати нову історію клубу. Как вы знаете, я уже на протяжении 6 лет занимаюсь футбольным клубом «Ворскла». Вот. Поэтому, что касается клуба, я, конечно же, очень рад результатам. Ребята провели тяжелый сезон, еврокубковый. Жалко, конечно, что у нас не будет еврокубковой весны, но лиха беда начала. Мы же потихоньку, как вы знаете, в истории было у нас такое, что мы зашли первый раз в Лигу Европы и сразу вышли. Сегодня прошел момент, когда мы зашли в групповой турнир. Следующий шаг должен быть еще более понятный и более длительный. Поэтому и тренерскому составу, и ребятам, и всем, кто, всем работникам нашего клуба, я говорю за этот сезон огромное спасибо. Хотя скажу, что чуть-чуть он был подпорчен последними играми на чемпионате Украины. Ну, будем считать, что это физическая и моральная усталость, которая пройдет, и весной мы покажем другой футбол. Вообще-то правильно, если брать изначально, нужно делать таким образом. Собирать команду, ставить ей конкретные задачи на сезон и пытаться их исполнить. Сегодня, если вы заметили, ни я, ни главный тренер, да, ни почетный президент, никто не ставит конкретные задачи клубу только из-за того, что для того, чтобы ставить конкретные задачи, для этого должно быть соответствующее материально-техническое обеспечение. Ну, первое, это суперсовременнейшая материально-техническая база подготовки футболистов. Она у нас, к сожалению, пока оставляет желать лучшего. Наличие полей с искусственным покрытием, с подогревом, наличие хорошо функционирующих детских школ, вот, ну и, конечно же, наличие современного стадиона. Вот, соответственно, работа с болельщиками, привлечение болельщиков на стадион. Всего этого мы, к сожалению, пока на данный момент не можем дать клубу, потому ставить сегодня задачи выйти из группы, идти вперед. Мы, конечно, об этом говорим, но конкретики не делаем. Вот, не делаем, но это все временно. То есть конкретные задачи будут. Принцип моей работы – надо сначала отдать, а потом вынуть. К сожалению, мы пока еще не так даем много, как это дает там «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», в «Личевце» хорошая база. Мы сегодня еще отстаем по этим вопросам, потому требовать от ребят большего мы не можем чисто с морально-этической стороны. С другой стороны, на сегодняшний день все-таки все, что касается выполнения контрактов футболистов, премиальные, обеспечение их деятельности в плане того проведения эффективных сборов, вот, в плане обеспечения всем необходимым для игры в футбол, я имею в виду экипировка и так далее, все это делается в полном объеме, и мы вправе требовать с футболистов результат. Мы сегодня не самый бедный клуб в Украине, и, думаю, далеко не самый бедный клуб в Украине, есть клубы с более меньшим бюджетом, чем наш. Вот. Потому мы сегодня, в принципе, выполняем задачу немножко большей той, согласно нашим материальным вложениям. Мы каждый год увеличиваем финансирование клуба. Каждый год пересматриваем условия контракта футболистов. Каждый год что-то новое строим, показываем, даем, уходим вперед.
и так далее. Но мы развиваемся поступательно. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но прогресс каждый год у нас виден. Поэтому я думаю, что дело конкретных задач впереди. Теоретически и практически мы имеем шансы войти в пятерку, в шестерку сильнейших клубов страны. Если хорошо проведем сборы, если футболисты поймут, что сезон тут закончился, надо ставить задачи на новый сезон. Вот. Я думаю, что Еврокубки дают бесценный опыт, и популярность полтавского футбола растет, и молодежь на этих примерах воспитывается. Поэтому я абсолютно не согласен с тем, что мы не готовы к следующему сезону. Мы не готовы, может быть, стадионом, это да. Но что касается финансов, что касается обеспечения футболистов, что касается повышения трансферной стоимости футболистов, мы должны стремиться идти играть в Еврокубку. Ну, я говорю, сложно сегодня переоценить тот опыт, который не получили. Сыграв 6 игр в предварительном турнире, 6 игр в групповом, я думаю, сложно переоценить тот опыт, который получили эти ребята. Мы просто получим через, я понимаю, год-два тот продукт, над которым мы сегодня работаем, из молодых, перспективных футболистов украинского происхождения. У каждого по-своему. Я уже привык и к победам, и к горечи разочарований. Такие были и в этом сезоне. Все мы знаем, не буду повторяться. Это нужно забывать. Как переживаю? Плохо переживаю. Тяжело переживаю. Влияет это на мою работоспособность и на мое желание дальше продолжать с этим футболом. Ну, я мнение о том, что продолжать, не продолжать, оно не стоит вообще. Просто бывает такое, что видеть и слышать, и знать их не хочешь. Потом все-таки понимаешь, какие бы ни были, они все равно наши. И все равно мы их любим, все равно мы о них заботимся. Поэтому переживаю, но футбол сегодня так, как часть жизни. Полтавский футбол значительно повлиял на развитие кременчугского футбола. Вот. Ну, я скажу, что несоизмеримо в большей степени сегодня работают детские школы в Кременчуге в связи с постройкой нового стадиона. Футбольный клуб «Кремень», который является фарм-клубом «Ворсклы», сегодня тоже готовит футболистов. Примеры тоже мы знаем, футболистам сколько готовится. Вот на сегодняшний день главному тренеру и руководству команды, я имею в виду «Кремень», поставлена задача каждый сезон выдавать молодые таланты. Они должны это сделать. Более того, я планирую, что футбольный клуб «Кремень» должен повыситься в классе. Вот, перейти из второй в первую лигу. Там немножко другой футбол. Вот. Ну, а на повестке дня сегодня стоит оживление работы детских школ в городе Полтаве. Подготовка футболистов Полтавской области для игры в главной команде «Ворскла» Полтава. Вот. Ну и, естественно, все это от этого выиграем только мы. Сердце радуется, когда ты видишь на моих построенном поле, как мальчишки от 2000 года рождения и уже и 2004 ходят играть в футбол. Это, ну, наверное, высшее наслаждение и счастье. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Прежде всего наших болельщиков, футболистов, администрации футбольного клуба, тренерский состав. Всех коллег, которые неравнодушны к футболу, которые внесли свою лепту в развитие полтавского футбола. На сегодняшний день «Ворскла» является главной командой нашей области. Туда стекаются все молодые таланты, воспитанники всех наших поселков, районов, городов. И я, конечно же, очень рад, что за вот эти 6 лет удалось эту команду держать на плаву, удалось добиваться результатов. И напомню, что мы достигли достаточно большого прогресса в плане победы и выигрыша Кубка Украины, в плане участия в групповом турнире Лиги Европы. Все это, конечно же, очень приятно. Я надеюсь, что Новый год, который ждет сегодня Украину, если он наступает и идет в Украину, нашу и идет в нашем мире, 2012 год, это футбольный год, для Европы особенно футбольный год. Вот. И я глубоко убежден в том, что представители футбольного клуба «Ворскла» будут защищать цвета Украины на этом Евро. Мы все увидим наших любимых футболистов,
глубоко убежден в том, что тот курс, который мы выбрали сегодня, он правильный. Он рассчитан на то, что мы находим наши таланты, наших украинцев, и мы их ставим сегодня и в основной состав. Они у нас растут в клубе, они у нас получают первую закалку. Я желаю нам всем с вами новых побед. Желаю болельщикам нашим все-таки дело снисхождения на то, что мы команда еще, к сожалению, не топ-класса. Но мы к этому стремимся, и другого нет у нас, других нет у нас задач. Я убежден в том, что футболисты, которые играют в футбольном клубе Ворскла, все-таки дорожат и чтят это звание. Ну и всем нам желаю с вами новых, громких, ярких побед во славу нашего полтавского украинского футбола. Сподіваємося, усе, що прозвучало з вуст президента клубу, поступово буде втілюватися в життя, і в 2012-му ми побачимо прогрес не лише у грі нашої команди, але й в усьому, що повинно вибудовуватися довкола клубу. Куди подінешся? Самі підняли планку так високо, тож потрібно тягнутися. Стахановський вагонобудівний завод – підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, стахановські вагонобудівники добре знані в Європі, ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою Ла-Манш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату «Ворскласталь», що будується на Полтавщині. Стахановський вагонобудівний завод – партнер футбольного клубу «Ворскла». Ворскляни у відпустці. Переважна більшість полетіла до теплих країн відігрітися на сонечку, але дехто спланував свою відпустку іншим чином. Олександр Матвєєв про свої вільні від футболу дні. Вихованець полтавського футболу Олександр Матвєєв свій відпочинок завжди планує заздалегідь та підходить до цієї справи вельми серйозно. Я тільки недавно прибув з Єгипту, я там нагрівся, і, в принципі, зараз готовий їхати в холодні країни. Це, в першу чергу, я зараз їду в Фінляндію, точніше, в Лапландію. Поэтому проведу там Новый год. Идея была, во-первых, это общая. Где-то посоветовали друзья, где-то услышали, где-то прочитали в интернете отзывы. Поэтому в том году мы праздновали в теплых странах, без снега. В этом году мы решили попробовать что-то более экстремальное. Горнолыжные курорты, там катание в упряжке с оленями, Санта-Клаус. В общем, вся полностью новогодняя обстановка там есть. Ну що за люди ці футболісти? Ти їх про відпочинок та побут більше намагаєшся розпитати, а вони знову і знову виходять на головну тему свого життя. Самая большая радость – это, во-первых, то, что я восстановился после очень серьезной операции, очень серьезной травмы. Во-вторых, это я не сыграл, но я принял участие в розыгрыше финала молодіжних збірних команд в Данії. Третіх, це дебют в Лігі Європи. 2011 рік – один з найвизначніших за всю майже 57-річну історію полтавської команди. Переконаний захисник Ворскли. Емоції тільки положительні, від в цей рік, я думаю, можна занести в архів Ворскли. Все-таки перший раз пробили груповий етап Ліги Європи. Во-вторых, ми пройшли більше, ніж два тура на квалификационных раунда. Поэтому я думаю, что этот чемпионат, все, что можно было в этом году, оно случилось. И чемпионат, конечно, чуть-чуть в конце не хватало сил. Ведь играть на
чемпионата, это и кубок, это и чемпионат, и Лига Европы, очень тяжело. Вот. Но я думаю, что для ребят, которые в этом поучаствовали, это много эмоций, много положительного. Несмотря на то, что в этом году еще некоторые игроки проявили себя и зарекомендовали в национальной сборной. Вот, некоторые игроки поучаствовали за молодежную сборную страны на чемпионате в Дании финальные. Вот, это тоже можно отметить. Поэтому этот год очень великолепный со всех сторон. Коли навіть було дуже важко, то грати через не можу допомагали тренери, які не лише суворо стребувати можуть, але й заспокоїти, коли це потрібно. Для молодих это естественно, что у нас чуть-чуть где-то нету стабильности в психологии. Одна игра хорошо, одна плохо. Вот. Ну, без ошибок не будет результата, вы понимаете, что падаешь и снова поднимаешься. Возможно, разочарование в том, что я не проявлял хорошей стабильности в игре. Вот. Где-то играл, где-то не играл. Вот. Ну, я молодой, в принципе, мне еще, можно сказать, простительно. Вот. Ну, я думаю, что надо делать выводы и двигаться вперед. Единственное, это разочарование, то, что я нестабильно играл в составе. Чувствуем доверие тренера, вот, стараемся работать, доказывать на тренировке, прежде в очередь, для тренера, чтобы он нас поверил. Делаем все возможное, чтобы тренер нас ставил, чтобы мы еще показывали стабильную игру. Вот. Что касается конкретно Николая Петровича, он очень хороший тренер, очень грамотный тренер. Много делает выводов, и все выводы как на бумагах соответствуют тому, что мы показываем в игре. Вот. Поэтому для него мы должны работать еще больше. Он нам делает очень хорошие условия. У Новий рік просто необхідно входити з новими мріями та сподіваннями. І слова президента клубу Олега Бабаєва стосовно того, що навіть в тих матчах, що залишилося необхідно грати за максимум очок, аби постаратися повторити успіх минулого сезону, підтверджують і самі виконавці. В цьому году ми зайняли 6-е місце, от, в связи з чим ми положили собі путь в таку Лігу Європи. Якщо ми будемо продовжувати в тому ж духі, показывать такой же стабильный футбол. Я думаю, что мы можем побороться в этом году, чтобы наши болельщики видели осень снова в Лиге Европы. Дякуємо за чай та каву, Олександре. І тебе з наступаючим. Вдало розважитися у Лапландії. Переказуй наше вітаннячка Єлопукі. Можливо, і нам якогось подаруночка перепаде. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех болельщиков, всех футболистов с наступающим Новым годом. Вот. Этот год был для нас очень удачным. Хотелось бы и в дальнейшем так продолжать болельщикам переходить на футбол, переживать за любимую команду. Футболистам, естественно, поменьше травм, побольше забитых голов, побольше радости. Магазин «Спорттайм», що знаходиться у Полтаві за адресою вулиця Фрунзе, 35, завжди пропонує небайдужим до спорту, і, зокрема, футболу, широкий вибір атрибутики, одягу та аксесуарів. І певна річ, піклується тут і про асортимент для вболівальників полтавської «Ворскли». Повсякчас у фаншопі вам готові запропонувати різні групи товарів на біло-зелену тематику. До постійно наявних у продажу дрібних товарів, ручок, кишенькових календариків, настінних постерів, брелоків, сувенірних магнітів, запальничок та іншого додалися різноманітні види нових чашок, спортивних барсеток і одягу з логотипом «Ворскли». Стильні годинники допоможуть кожному не спізнюватися як на спортивні події, так і на ділову зустріч. У наявності також ігрові футболки та інші елементи екіпіровки «Ворскли». Вже зараз у продажу новий великий перекидний календар на 2012 рік. Увага, існує також обмежена колекція календарів з автографами ваших кумирів. Магазин «Спорттайм», вулиця Фрунзе, 35. Завітайте, і ви не підете з порожніми руками. Я прошу усе зайве прибрати зі столів. Родина не може бути зайвою. Це по-українськи. Банк «Фінанси та кредит» – справжній український банк. Вже зовсім скоро всі знаменні події 2011-го увійдуть навіть у календарну історію. І ми перегортаємо ще одну сторінку книги з біло-зеленою обкладинкою. Від себе та всієї творчої команди програми «Ворскламанія» щиро вітаємо усіх полтавців, уболівальників «Ворскли» з наступаючим 2012 роком. Нехай здоров'я, щастя та добробут увійдуть у кожен дім. До зустрічі! У новому році.